Владимир Недов проживает в селе Тамай Чедерлонского района, работает музыкальным руководителем в детском саду, пишет музыку, а в последние два года начал писать и стихи, которые посвящает родному краю и исполняет их вместе с детьми. Benim küyüm, açık gülüm, sensiz durma. Мое село словно цветок, без него я только лепесток. Уезжая, глаз не оторву, окину взглядом и утру слезу. И сразу пасмурно вокруг, но я здесь, даже когда далек. Начинающие писатели и поэты пока не имеют своих сборников, поэтому мало известны в автономии. До этого времени многие из них писали просто для души и почти не печатались. Поэтому встреча балканских поэтов в селе Тамай стала для них местом знакомства и установления связей. Днем ранее в селе Джалтай 10 гагаузских авторов ознакомили со своим творчеством гостей из Балкан. Это есть люди, о которых мы вообще не знаем ничего. Есть люди, которые о себе говорят, о себе как-то вот дают знать. Но их нас мало, пока что мало. Вот мы сейчас планируем открыть Союз молодых писателей. Там уже, может быть, будет больше нас и больше количества. Да, в Гагаузии. Союз гагаузских молодых писателей. Проект по знакомству и сближению тюркских стран и тюркоязычных авторов инициирован главой турецкого города Эдирне в партнерстве с общественной организацией «Мирас». Мы также провели форум, где было название форума было «Будущее тюркского языка на Балканах». И, значит, следующая встреча будет в Крыму. И таким образом на Балканах будет подниматься проблемы языка и встречи тюркских поэтов. Мы хотели, чтобы встречи балканских поэтов способствовали сближению и знакомству с балканскими народами и объединению творческих людей, чтобы донести до всех народов взаимные чувства дружбы и доверия. Решение балканских поэтов встретиться в Гагаузии было принято год назад на первой встрече в Болгарии. Проект будет реализован во всех балканских странах. Финансирование этих ознакомительных встреч обеспечивает турецкая сторона.